И начнем с тревожных новостей из Усолья и Усольского района. Ездить на общественном транспорте там все равно, что играть в русскую рулетку. Полицейскими выявлено 70 водителей, которые нарушали правила как перевозки пассажиров, так и дорожного движения. Причем такая большая цифра – это данные всего за месяц. Соблюдать правила водители не хотят даже после череды происшествий. В Усолье и районе с начала года случилось 10 ДТП с участием автобусов. Речь об авариях, в которых погибли или пострадали люди. Конечно, такая ситуация одним городом и районом не ограничивается. Серьезно рискуют своим здоровьем и жизнями пассажиры по всему региону. С января по ноябрь почти 5000 автобусов и маршруток подверглись проверкам инспекторов ГИБДД и местных властей. Итог неутешителен. Выявлено более 1300 нарушений. Некоторые из них грубейшие. Почти 150 технически неисправных машин вышли в рейс, а 64 водителя сели за руль без прав. Грешат шоферы и тем, что возят пассажиров нелегально. Выявлено 25 таких фактов. В отношении одного из предпринимателей сейчас возбудили уголовное дело. Большая доля нарушений приходится на областной центр. Правда, как правило, они не грубые, если верить выводам проверяющих. Нарушает больше всего посадка-высадка за пределами остановочного пункта и курение в салоне транспортного средства. Подвижной состав в городе Иркутске обновляется все больше и больше, поэтому некачественные транспортные средства у нас на линию выпускаются все меньше и меньше.